Привет всем, меня зовут Иран. Компания Liga Real Estate снова с вами. Нас часто просят показать, как выглядит квартира в Турции за 20 тысяч евро. Ну что ж, мы обязательно это сделаем в следующий раз. Ну а пока поговорим о мечтах. Каждый из нас когда-нибудь мечтал стать королем, жить во дворце и просто наслаждаться жизнью. Мы можем вам это предложить. Стань современным королем вместе с Liga Real Estate. Итак, район Каргджак. Потрясающий комплекс был построен в 2018 году. 500 метров до Средиземного моря. 5 километров до величественных, как мы уже привыкли говорить, гор Торос. 5 корпусов, 5 этажей и 5 планировок. Шучу, планировок 10, но просто очень красиво получилось с цифрой 5. И всего 20 квартир в каждом корпусе. Разумеется, подземная парковка в двух корпусах. В комплексе есть главное – простор для взгляда, для вас, для семьи и для отдыха. Еще немного увлекательных числительных. 3 внешних бассейна и 1 внутренний. 2 горки. У одного из бассейна даже есть бар. В этом проекте застройщик выкупил и приличный кусок территории вокруг комплекса, на котором будут организованы парковая зона, футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная площадка. Теперь у вас не будет правдоподобного повода отказаться от занятий спортом, потому что для спорта здесь есть просто все. У комплекса будет свой пляж с шезлонгами, зонтиками и, главное, трансфер до него. Согласитесь, уже инфраструктура снаружи впечатляет. Давайте теперь посмотрим, что этот дворцовый комплекс предлагает своим будущим жильцам внутри. Сразу обращаешь внимание на качественные материалы и декор. Все выглядит очень грамотно и гармонично. Так, что у нас тут? Внутренний бассейн, зона джакузи, массажная комната с еще одним джакузи. Оцените финскую сауну с замечательной отделкой задней стены натуральным камнем. Итак, это влажная парная. Такое ощущение, что попал в планетарий. А это турецкая баня с небольшой приватной зоной. А это фитнес-зона, достаточно компактная. Видимо, не рассчитана на большой наплыв посетителей, но с профессиональными тренажерами. А сейчас давайте взглянем, как у нас дела в музыкальной комнате. Иду по мостовой, каждая минута в кайф, целый мир по-другой. Час пик, верим мы в Бога, хоть от счастья лети. Где твоя удача, брат, нам с тобой по пути. Твой навигатор настроен. Стоп, стоп, стоп! И с этим вы собираетесь в Риксосе выступать? Окей, музыка это не ваша, но вы любите кино. Отлично. В этом комплексе есть отличный кинотеатр на 25 сидячих мест. Очень хорошей акустикой, ребята. Дети тоже не забыты. Очень большая детская комната с вариантами детских квартир, судя по всему. Главное в этой комнате это аэрохоккей. Просто мечта моего детства. Без ограничений, без регистрации, без смс. Чуть дальше кафе, куда вы всегда сможете прийти, чтобы отметить семейное торжество, посмотреть футбол или поиграть в бильярд. Здесь даже лифт по-королевски. О, вы уже пришли. Я уже говорил, что в этом комплексе квартиры разных планировок. Сейчас это дюплекс с выходом в сад. Планировки 3+1, площадью 230 квадратных метров. Прошу. А вот он сам сад, площадью 400 квадратных метров. И этот королевский сад может тоже быть вашим.
Здрасте. Это пентхаус 3+1 площадью 272 квадратных метра. У этого пентхауса есть своя особенность. Прошу. А вот она особенность – свой собственный бассейн на крыше с красивым панорамным видом. В этом комплексе еще остались квартиры планировки 1+1 площадью 70 квадратных метров. Одну из таких мы сейчас посмотрим. Это шоурум. Друзья, мы посмотрели уже несколько квартир, а на этой квартире мы остановимся поподробнее. Итак, обычный обзор. Сразу же обращаешь внимание на встроенные шкафы в прихожей. Пройдемте дальше. В ванной сантехника высокого качества. Кровать, подушка, светильник, шоурум. Второй санузел. Пройдемте дальше. Светлая, просторная вторая спальня с выходом на балкон. Давайте пройдемте дальше. Гостиная с кухней в американском стиле. От застройщика в подарок будет предоставлена бытовая техника Beko и в каждой комнате кондиционеры Gri. Купить или не купить? Вот в чем вопрос. В пользу покупки играет тот факт, что при первоначальной оплате 30% на квартиры 1+1 предоставляется рассрочка до 2 лет. На квартиры 2+1, пентхаусы и дюплексы до 3 лет. По-моему, очень заманчиво. Ну и по традиции плюсы. Если быть честным, весь комплекс сплошной плюс. Но если серьезно, первое – богатая инфраструктура. Второе – рассрочка до 3 лет. И третье – аэрохоккей. Шучу, пентхаус с собственным бассейном. Номер объекта на нашем сайте 768. Друзья, на этом наш видеообзор закончился. Если вам понравились квартиры в данном комплексе, оставляйте заявки на нашем сайте liga.realestate.ru или в комментарии под этим видео. Также можете связаться со мной по номеру, указанному на экране. Всем спасибо, всем пока!